мама Фима. Я так рада, что вы согласились его выгнать. Ну, само собой. А то прошлые мастера меня подвозили. Кстати. Это чтобы он тебя не потревожил. Защитный амулет. Против морока и наваждений, между прочим. Вы помните, не навсегда. Мама Фима не торговка арбузами. Сварит ровно на 30 дней. У меня как в поезде Барнаул-Тюмень по расписанию. К тому же, чтобы навсегда от него избавиться, нужна темлюха. Чего? Тотально. Уничтожение. Родная моя, смерть. А это иной бюджетец. Астрал, это тебе не богадельня. Взвар подай. Да не хрюкай ты под руку, сюда поставь. А! Возвращаться — плохая примета. А я не хочу, чтобы у нас сорвалось. Такой шанс бывает раз в жизни. Мам, там кто-то в кустах. Алин, не выдумывай. Этого еще не хватало. А ну, брысь, иди обратно. Кыш, сюда нельзя ходить. Стой! Стой! Только тетку с пустыми ведрами встретить, и будет полный комплект, да? А может, не пойдем? Что значит не пойдем? Это квартира мечты, а про тетеньку я пошутила, ничего страшного. Страшно не то, что видно, а что неликвидно. Простите, это вы нам? Тому, кто идет туда, не зная куда. Живы! Вот он, значит, что здесь пригрел. Ах ты! Пена позеленела, пора! Ах ты! Помоги ты! Все углы тебе закрою, кровью коврики омою. Во дверях воткну кресты. Все сожгу тебе мосты. Я не дам тебе житья! Знай, жилплощадь не твоя! Вы помните, не навсегда. Да вот ты под руку тут свистишь. На меня ты не ропщи. Новый дом себе. Гарантия 30 дней. А выходные праздники считать? Вот люди торгуются, как на привозе, за стакан семечек. Не считай, плюс выходные.
там все, да? Да. Покупатели! Какая бестактность, могли опоздать. Господи, да не суетись под клиентом. Мама Фима сделала дела и испарилась, как зарплата. Алло? Элла Аркадьевна, здравствуйте. Это Виктория. Мы пришли квартиру посмотреть. О. Так пунктуальненько. Открываю. Динь-динь! Быстрей! Странно. Я еще вернусь за тобой. Да-да? Кто это? Элла Аркадьевна, это снова мы. Дверь не открылась. Да вы что? Открываю еще разочек. Алина, подожди. Круто! Да что такое? Заслуженного работника астрала. Пинают, как девочку. Куда? Красота! Прости, милок, погорячилась. А давай пока еще. Подожди, а что за вопросы такие, откуда? Ну, одна девочка в классе сказала, когда мы не сможем выплатить грабительские проценты по кредиту, кому-то из нас придется продать почку. Так чью почку продадим? Добрый вечер. Здравствуйте. Проходите. Проходите. Ой, а это у нас еще кто? А вот и хозяин. Ой, извините. Ну чего ты толкаешься? Я не толкаюсь. Мама, а как же 30 дней карантин, не считай выходных? Перед вами прекрасный образчик сталинского вампира. Проходите, осматривайте. Хоромы. 68 квадратиков. Две большущие комнаты. Ой, а какие статуи на фасаде отгрохали. В качестве бонуса вся мебель в подарок. А здесь будет детская. Как видите, тут все есть. Даже телевизор и тот. Исплыл. Я такая неуклюжая, как слон в посудной лавке. Не переживайте, я вам свой подарю. А вообще, телевизор смотреть вредно. А, да? А так? Мам, люстра, смотри! А у вас здесь все нормально? Нормальнее некуда. Метро. Три ветки сходятся. Потому и квартира такая дешевая. Хозяева так спешили сбежать, уехать в Европу, что все оставили. И мебель, и посудку. Вам даже покупать ничего не придется. Сквозняки в 18 этаже. Такие прям турбулентность. Зато какой вид. А знаешь, у окна площадь. Красная. Видно.
богемское стекло. Вы знаете, что родина хрусталя Богемия? Вот. О, выкрутилось. Оттуда и название. А так? Цветочки сюда поставите. Ой, что это? Не отпускал! Не бойтесь! Я попрошу целую скаточку! Я всё! Сюда. Сразу на две стороны! Река как на ладони! Водичка журчит! Вот ты моя неугомонная, а! Водичка у них журчит! Мама! Водичка журчит, тетя кричит! Помогите! Я тебе говорил, не приходи ко мне! Да я ж запыхался! Опа! Щекотушечки! 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 Ну что, прогуляемся? Стой! Стой! Помогите! Помогите! Так как в прошлый раз ты ничего не поняла, переходим к радикальным мерам. Прятки. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Мя! Только попробуй тронь меня. Я матери Фиме расскажу. Она подопытный потомственный маг. Она тебе землюху сделает. Давай по-мирному. Эти покупают квартиру, я получаю проценты, и ты их выживаешь. Я год тебе никого подселять не буду. Год! Клянусь мамой Фибой. Очень деньги нужны. Но если ты просить привиденческие мне помешаешь, я к тебе каждый день алкашей подселять буду. Притон устрою. Договорились. Санэпидемстанцию натравлю. Это счастье. Это радость от того, что вы дома. Здесь хорошо. И очень уютно. И больше всего на свете вы хотите жить в этой квартире. Вы счастливы? Вы спокойны? И вы очень хотите выйти на свой балкон? Кому там у нас не терпится? Опа! Мама, меня нет дома! Стасик, включи гостеприимство, я по делу, очень по делу! Сразу до свидания, мама!
Никуда. Все династии бой заканчиваются для меня очень плохо. На этот раз верняк. Ну, конечно. Да и с кем я могу поделиться тайной на миллиард, кроме своей крови на очки? Что? Мама, это не то, что ты думаешь. Ну, мама! А здрасте. Кто бы сомневался, Мама. Мы знакомы? Имей совесть. Конечно. Как мы можем быть знакомы? Всех пустышек, которых я встречаю со своим Стасиком. Я вижу в первый и в последний раз. Мама, Анжелу не тронь. Не порти нам жизнь. О как. У мамы важное дело, а ты тут тискаешься. Хорошо. Говори. У меня тут жилы секретов, нет? Да, милая? Нет, мама. Не будет никакого общего дела. Если ты помнишь, твоя последняя яичь чуть не закончилась для меня комой. Шрамы показать, напомнить. Ты можешь никуда, ты как курица. Ку-ку-ку, куда? Маме открылась. Опять? Говори. Полный золото. Нам с тобой. Мы ведь семья. Вспомнила. И потом, у кого-то большущий долг. Так если мы семья, какого хрена я плачу тебе за аренду этой хаты, а? Это для тебя. Чтобы ты, сын, повзрослел наконец уже. Я с тобой больше не работаю. А если тебе надо золото, иди сама и возьми. И наколдуй, ты же у нас этот, как его? Молчать. Я тебе не дам, Лондур. Я не умею ртуть в золото превращать. Напрасно. Сделай, что говорю. И арендной платы больше не будет. Этого мало. Хорошо, и квартиру на тебя перепишу. Помоги достать шкатулку золота. Мама! Подслушивать нехорошо. Она... Ай, совсем что ли? Чё за волосы-то дёргаете? Прости, Анжела. Больная. А ну отдай. Она тебе не пора. Поверь материнскому сердцу. Помоги мне. Нет. И я оставлю тебя в покое навсегда. И перепишу на тебя квартиру. Ой. Сразу, как только золото будет нашим. Микуль, ну, я, конечно, все понимаю. И цена, и расположение квартиры, но сумма, которую вы просите вам одолжить. Олег Евгеньевич, такая квартира бывает раз в жизни. Я буду проектировать, я вам все отдам. Все отдам до копеечки. Я вам благодарна буду столько же. Вам придется много. Очень много отрабатывать работы. Как архитектор, я ваша навеки. Обратной дороги не будет. Вам придется работать круглосуточно. Как Золушка будете проектировать, и как Белочка будете крутить золотые орешки. Я буду как Золушка. Я буду, как Белочка. Ну что ж, завтра у вас новый проект. Мы должны выиграть этот тендер и получить заказ на проектирование вот этого бизнес-центра. Поздравляю, Новоселов! Ну что, мама, все пропало. Там уже рабочие заселились, ремонт сделаем. Какой ремонт? Что ты несешь? Я же его вернула. Он должен был их выгнать. Мама, я не знаю, кого ты там вернула. Люди обычно ремонт месяцами готовят, а эти... Вот дожите мне. Ладно. Подождем благоприятное. Thank you.
все свободны. Вы знаете, Вика, мне кажется, что вы очень правильная девочка. Зайки-белки, я бы на вашем месте так не радовался. Кузенька, Кузенька, выходи. Квартирку купили, теперь пора съезжать. У нас новый дом в Москве, выходи. Ну что ты там застрял? Выходи, вылезай. Выходи. Не хочешь? Даже не думай, блохастый. Давай. Ой, умничка. Куда ты собрался-то? Кузенька, хороший. Кузенька! Кузя! Смотри! Что это? Ты, Серег, двойка, не ослышался? Нет, Валентин Петрович, с ушами у вас все в порядке. Новый жизнь все заехали. Успокойтесь, успокойтесь, все хорошо. Там нам дали по мордам. Безопасности. Ну, Валентин Петрович, ну вы же не гопник какой-нибудь на людском горе, а? Так история Жека, всегда же можно. Сегодня было. Нельзя, пойдемте ко мне. Там сначала люстра, потом шкаф. Баба бокала, а у меня ребенок. Ребенок, это хорошо, а бокал еще лучше. Пойдемте-ка сыграем по бокальчику. Что я могу сказать? Отличное новоселье. От счастливого сожительства до развода 11 минут. Вот и получается, что квартирка-то ваша с приданным. Обосновался в ней самый настоящий домовой. Ух ты! Настоящий домовой. Ты слышал? У нас будет настоящий домовой. Здорово. Ну а что здесь здорово-то, я не пойму. Ну это круто, прикинь. Знаешь, как мне в школе обзавидуются? Ну, я бы так не радовалась. Гляньте. Ух ты, птички. Фото, фото счастливых новосел. Валентин Петрович на 8 марта подарил. Вот. У этого был инфаркт. Вот этого он сбросил с лестницы. Тут чуть не повесился. А это увезли в психушку. А вот тут теперь будет ваше фото. Так вот почему квартира такая дешевая. Я из этой высотки свою продала. Денег назанимала у кого ни попадя. А что же это риэлторша это? Почему же она меня не предупредила? Так это же ее хлеб. Она периодически продает эту квартиру по заманчивой цене. А кроме Элки никто за нее не берется. Во всех риэлторских она значится как неблагополучная. Дольше всех в этой квартире продержалась Вероника Арнольдовна. Это... психушка. С 73 по 79 год. Как она с ним только не боролась, каким она его дустом не травила. Вешается чесноком и ходит с крестом по квартире. А он только... громче на гармошке. Да так задорно. И все частушки или яблочко. У меня ж консерватория. Так он прям как по нотам. Только тональность почему-то минорная. А яблочко, это ж... Ах, яблочко на тарелочке. Оно же в мажоре должно быть, а? Да чтоб тебя, Стась! Да? Ну ты можешь поставить эту дурацкую палатку? Ну сейчас, я брошу, займусь твоей дурацкой палаткой. А если ты сейчас все не бросишь, то я все брошу и будешь тут, милый, куковать Мажуть. Один. Так, я сейчас точно кого-то брошу. Возьму, брошу вот так. Ой, мама, ты офигел? Ну ты можешь хоть сейчас мне не говорить, мама. А? Да, мама? Сыночка, быстрее.
квартира ночью будет пустая. Астрал указал. Значит, он устроил вертеп. Кто? Жаков Кусто. Нам с тобой нужно срочно идти в высотку, чтобы забрать шкатулку. Мам, я не могу. Я вообще-то не в городе. Я вон у реки. Вообще таких вещах предупреждаю. Предупреждаю. Или мы через 2 часа встречаемся, чтобы забрать золото. Или пожалеешь. Мама, я не... Ну, зашибись. Ты что, тебя шашлык должен выкинуть? Ну, что ты так расстраиваешься? Ну, ты же уже взрослый. Да. Все сам можешь решать. Ну, посидим спокойно. Съедим шашлыки и сразу поедешь. Посидим. Угу. За 2 часа ничего не случится, да? Бошку мне снесет, мамуля моя. Я тебя спасу. Я тебя буду защищать. А вы знаете, а я за вас боюсь. Ваш домовой монстр. Скольких он выжил, затянулась бурой тиной гладь старинного пруда. Это он? Да помилуйте, соседи сверху, лимита. Всего 12:30, они делают вид, что хотят спать. А нам что теперь делать? Жить. Жизнь... Очень быстротечно. Не успеешь сыграть гамму, как раз. Ты уже одна. Тебе 63. И у тебя язва. И хромая канарейка. А вы еще в соку. У меня есть на примете кавалер из 137-й квартиры. Вдовец. Не лысый. А насколько он опасен? Да что вы. Он во всех отношениях положителен. У него своя клиника. Да нет, я про домового. А, вы про этого? Не надо бояться. Нет, нет, я не боюсь, но можно мы у вас сегодня поживем? В первую ночь все новые хозяева остаются у меня. Традиция. Его надо подлостью и коварством. Алина, мы в 21 веке. Что же я какого-то лешего из квартиры не вытравлю? Сынок, а почему ты спишь? Почему не послушался маму? Опаньки, беженцы вернулись. За вещами, документами? Домовой, привет! Давай жить дружно. Смотри, он собрал наши чемоданы. Чтобы мы уехали? Домовой, ты чего? Мы же только приехали. Так, спокойненько. Мы сейчас проведем с ним мирные переговоры. Только соображу, где он. Куда к нему обращаться? Но ты в кастрюлю гаркни, может, я лучше услышу. Да вот же он, стреляйте в него! Пусти меня! Ты что, Леопольд, стукачок, что ли? Ты кого стукачом назвал? Тебя, рыжий. М-м? Домовой! Мы свои! Ты понимаешь, кошачий? Ты глянь, невидаль-то какая! Шерстяной носок заговорил. Давай бери свой лоток и валяй отсюда вместе с своими бабами. Это мои люди и моя квартира. И уйти придется тебе. Твоя квартира. Кузя, ну домовой, ну...
ты за это заплатишь. И ты хороший. Все домовые добрые, как Дед Мороз. Давай жить дружно. Не унижайся, воткни ему вилку прямо в глаз. Я тебе сейчас воткну вилку. Он здесь. Господин домовой. Запомни, и я тебя запомню. Примите наше угощение. Понял, рыжий, кто тут главный? Что? Мое молоко ему? Вот. Я тоже молоко не очень люблю. А может, вареница? Сладенького, черничного. И побрезгуй. Отведай. Угощайтесь, господин хороший. И давайте будем жить вместе. Я не собираюсь жить с этим уродом. Одной семьей. Понял, Махнарыл? Варенье достается победителю. Ну все, готовься к войне. Лентула с белизной. А ты же пуля вверх идти. Надеюсь, тебя там смоет. Хотите войны? Вы упал... Демон прячется в сортире. Разгулялась у вас сундище. Так и вьюжит отрицал. Шампунь, варенье подмешивали? Да. Очень хорошо, очень хорошо. Тяжелую артиллерию приволокли. Что-то, шнотик, забзнел? Ставлю на пузатого. Сразу видно, опытный бесогон. Матерый. Это позволит его деморализовать. На время. Вот здесь на самом деле все произошло. А? Настоящий полтергейст. Мам, ну может не надо? Может, домовой просто так шутил, хотел нас развеселить. Хозяйка, вам лучше побыть в соседней комнате. Здесь сейчас будет неспокойно. Еще как будет. Да, кстати, я на вашу квартиру печать Каина поставил. Ах ты, лысый. Теперь ни на вас, ни на вашу дочку, в общем, ни на кого из хозяев он не сможет навести морок. А в гости пока лучше никого не приглашать. Для них это будет небезопасно. Ну что? Пространство сколыхнулось. Чует нечистый свою кончину? Рыба-карась. Игра началась. Чуешь свою кончину? Давай, давай, выходи. Вот ты как! Что это? Ничего, ничего. За свой дом надо сражаться. Изыди, сатана! Изыди, сатана! Эй! Изгоняй! Хватит веселиться! Изгоняй! А
Алина, иди сюда. Давай я тебе что-нибудь нарисую. Ну-ка, вставай, тряпка. Что? Что нечисть? Трепещешь? Трепещу. Ах ты, из-под тишка нападаешь? Лысый. Я изгоняю моим магическим ножиком, поганец нечестивый. Осторожно с ножичком. Тебе не уйти от моей старающей руки! Очень! Я тебе скрошу всех! Кали его, кали! Кто, испугался? Враг бежит! Убьешь его, пыль! Поруби его в капусту! Умри! Тебе не шесть спрятаться! Отберешь! Сейчас! Не хочешь! Лысо! Сел! Хватай кинжал! Да он уже нормально отхватил! А зачем он обижает домового? Можно же договориться по-человечески. А вот дяденька и договаривается. Я сам очень вытравлю сюда. Давай! Ах ты, нечисть! Да сколько можно танцевать? Убей его! Жаль, что вы не видели этого боя. Тайсон против Мухаммеда Али. Это же классика. Скажите, а с ним все будет в порядке? Все там же будет зашибить. Саша, лежи спокойнее. Я его победил. Тихо. Ну что, мохнатый? Чего тебе? Не на того поставил, да? Я только первый раунд. Наш счастье. Что-то как-то не вовремя. Тут опрёный, но я смотрю. Он больше не вернется! Он не вернется! Конечно, не вернется! Так нельзя, домовой, понимаешь? Нельзя! Расплата. Так всегда. После Силадара. Это ты про то желтое пойло? Прощай. Алина! Алина, иди в свою комнату. А я пока тут все уберу. Домовой, прости нас, пожалуйста. Мы не хотели так. Тебе же сказали, иди в комнату. Не видишь, дядя занят делом. Дядя умирает. Верить не могу, что все в прошлом, и мы победили. Это надо отметить. Согласна с вами, Раиса Ивановна. Так нельзя было делать. Мы пришли к нему домой. Мы пришли к себе домой, а он мешал нам жить. Надо было с ним договариваться. Он там был первее. А у меня тост за победу. Окончательную и бесповоротную. За победу! Ура! Как завоевать мир... Не привлекая внимания. Ну-ка. Детский сад. Ерунда. Бред. А? Что там еще? Опа. А я надеялся, ты сдохнешь. Печалька. Дожди. Водички принеси, а то плохо что-то мне. Разбежался. Вообще-то я читал, домовые должны быть добрыми. Ты что, присягу не давал? Твою собачью дело. А вот это обидно. Офигеть.
А что это? Для особо тупых повторяю, это наш дом. А, да? Хана вам же. Сейчас домовой соберет свои вещички и отправится в другой дом. Вот, пожалуйста, я все сделала дома. Что? Опять опоздали? А, вот, пожалуйста, эскизы. Чтобы дюймовочку слепила. Нет, надо было кота в сапогах. Ого, а чё я такой урод? А чё у меня с глазами? Или это у тебя с руками? Ты чё на ребенка гонишь? Как руки растут, так и лепит. Давай, блохастый, тебя вообще никто не спрашивал. Алин, а Надежда Николаевна что сказала про твою работу? Учительница сказала, что домовые все добрые, и что мы одна семья, раз в одном доме живем. Если у вас в доме живет домовой, то вам очень повезло. А теперь будем пить чай. Это добрый дух, который будет приглядывать и за вашим домом, и за детьми, и за лошадьми. Для этого с ним надо договориться. Ну, задобрить его. Можно принести ему в дар конфетки или монетки. Положите все это в укромное место. Алиночка, сначала ужин. А потом конфеты. Я Мишку взяла. Вот, это тебе. Угощайся, это мои любимые. И прости маму, ты пойми, она просто переживает за меня. Случилось? Я стала такая психованная, мне все время кошмары снятся по ночам. Олег Евгеньевич меня скоро совсем съест. Я сегодня была на блошином рынке. И что? И случайно увидела кое-что. Вот, верный способ загнать его обратно в преисподнюю. Только после полуночи. Мам, может быть, не надо? Это что-то новенькое. Главное, чтобы этим новеньким она сатану не вызвала.
Сколько раз говорить, я не демон. Я домовой. Домовой. Поспишь и проснешься добреньким. А то мама на тебя обижается. Опять решил все испоганить. Вика! Вика! А я что, сегодня не дождусь окончательной версии проекта? Олег Евгеньевич, я утром завтра приду пораньше, все доделаю. Просто не хочу всю ночь ребенка здесь держать, нам завтра в школу. Ну хорошо, но завтра ровно в 9 я вас жду со всеми правками. Я обещаю, вас не подведу. Не бойся, я знаю. Домовые добрые, только наш домовой... жил один и разучился дружить. Ребенок и тот тебе диагноз поставил. Ты социопат. Слышь, блохастый, чтоб ты понимал, а? Я, между прочим, перст судьбы, ангел мести. И я не виноват, что у кого-то завтра важная встреча. Защита проекта? А злой будильник взял и... не сработал. А что, она сама виновата? Ни разу не извинилась. Ну ты и заполянец. Надеюсь, ты ее там не душишь? Спасибо, мама. Доброе утро, Вика. Здравствуйте, Олег Евгеньевич. Нам нужно с вами очень серьезно поговорить. Пока без юристов, пока. Сбавь обороты, дядя. Мне кажется, что сегодня вы перешли определенную черту. Олег Евгеньевич, я не виноват, честное слово. Это он отключил будильник. Я вижу, у вас здесь уютно и хорошо. Да. Даже будильник не слышите. Кофе хотите? Черный, без сахара. А это что за хрен с горы? Барин ее. Дал денег, чтобы эту халупу купить. Прерчает. Вы знаете, когда я пошел вам навстречу, я думал, что и вы пойдете. Я иду. А вы не идете. Вы катитесь в пропасть. Я думал, у вас большое будущее. Вы победитель конкурса «Лучший архитектор года». Да. Перспективная девушка. Да, да. И ваше поведение просто неприемлемо. Проект, который я вам предложил в надежде на вашу полную отдачу, вот-вот скоро провалится. Сегодня предзащита, а у нас ничего нет. Нет, у меня все готово. Я хочу, чтобы вы прыгали, как белочки, и приносили мне золотые орешки. Я буду прыгать. Все вам принесу. Присаживайтесь. Благодарю. Смешно. Извините. А вы с юмором, Вика. Не надо меня трогать. Это не я. Это домовой. Вика, у меня к вам вопрос. Скажите, вы пьющая? Да вы что? У нас с вами проблемы. Из-за алкоголя? Олег Евгеньевич, я мать. У меня ребенок.
почти грудной. Мам, налей мне водочки. Виктория, вас посадят. Шучу, водички. Алина, сколько раз я тебе говорила. Не встревай, когда я разговариваю со взрослыми о работе. Не встревай. Стопудовая алкоголичка. Смотри, как на ребенка орет. Я бы на твоем месте ее сразу уволил, даже денег бы не давал. Олег Евгеньевич, вот, а проект у меня готов. Посмотрите, у меня все готово. Держите. Вика, вы что? Ой, горит! Вика, что это за шутки? Отпусти! На пол! Отпусти! Горю! Вика, подождите, Вика! Пожар! Подушите меня! Дембельский аккорд. Простите! Олег Евгеньевич! Олег Евгеньевич, миленький, вы только не переживайте, слышите? Руди! Я вам все-все восстановлю, вы не пожалеете, что связали со мной. Все, я с вами. Женщина, не такси! Подождите вы, Олег Евгеньевич, все будет хорошо! Не мешайте, женщина! Я должна быть рядом с ним, понимаете? Я должна проводить его в последний... Родственница? Почти. Да она у меня даже не работает. Что? До свидания! Олег Евгеньевич, миленький, возьмите, тут все эскизы, все готово. Посмотрите, я все сделала, но проверьте. Да я забираю тебя этот проект, понимаешь, забираю, ты больше не архитектор. Ты вся дяда. Вернешь мне все до копейки, даже не устойку. Кривоту! Ты уволена! Закрывай! Анжелыч, выползай, я все не дотащу. Жду я. Да, мама. Значит так, за золотом идем сегодня. Астролог сказал, что в полночь благоприятное время. А ты можешь ранее предупреждать? Я сегодня не могу. Ну... Не советую подводить меня. Мое терпение не безгранично. Хорошо, понял. Ну и что ты выделываешься? Говорят же, на, благоприятное время. Значит, как договаривались, сами берем золото и сваливаем. Да, кинуть маму решила, у тебя барзометр вообще упал, что ли? Знаешь, что она с нами сделает? Слушай, ну не будь трусом, а? Кто? Сам же говорил, там миллионы. Продадим его и свалим куда-нибудь, а? Куда ты от мамы свалишь? Ну, в Куала-Лумпур. Куда? А через полмира она нас там не найдет. А. Даже через свой астрал. Здравствуйте. Виктория Смирнова? Да. Где галочки? Да. Распишись. Спасибо. Слышь, Барсик. Хэмо. Давай, пакуй манатки в уволенной жизни. Бежим и тапочки терять. Тук-тук-тук. Ему. Кто в теремочке живет, а? Интересная сказка намечается. Эй, ты. А что за тон? Как там тебя? Да вон он. Ты что, здесь? Убей его уже. Тебе надо было не котом родиться, а дятлом. Как стучал, так и стучишь. Не я такой, жизнь такая. Решила с помпой уехать? Правильно? Уходить надо красиво. Отметим ваш отъезд праздничным салютом. Что, не нравится? А я вот не поленилась, в храм зашла. Светила хлопушечки. Блин, опять весь день тошнить будет. Жел, что так долго? Где там ходишь? Таймер. Да тебя собирала, держи. Чё там хлороформ, марля. Усыпишь ее, чтобы не мешалось. Нафига, мама сказала, благоприятный момент. Да на всякий случай, может, мама ошиблась. Мама не ошибается. А цветы зачем? Ну ты тормоз. Да все бабы от цветов тают. И пока чего? На них таращиться будет, ты ее хлороформом и придушишь. Опа! А это наш главный козырь. Ух ты, Анжелочка. Офигеть. Смотри, это фигня, не були. Ну
Убирайся! Стой! Нет, не стой! Это мой дом, понял? Тебя сейчас святой водичкой окроплю, чтоб ты сгорел, гиене огненной. Ненавижу. Ты мне всю жизнь сломал. Я тебе сейчас еще и ноги сломаю. А ультразвук? Да. От всяких там крыс, таких как ты, не хочешь? Ай, выключи, я тоже слышу. Держи. Удачи. Ладно. Ну что, потанцуем? Ты же у нас любишь музыку, да? Ты же у нас веселим. Шаг! Ненавижу тебя, чтоб ты сдох. Мой маленький. Стойте, стойте, не закрывайте. Мужчина, а вы к кому? А, доставка цветов. Где ты там? Эй! Так, стойте. А ну, выходи. Ну все, шутки кончились. Я сказала, выходи! Ее. Так я этого добиваю животными. Ты больной? Рот закрой, а то следующим пойдешь. Доставка цветов. Доставка цветов. Мама! Веселая квартирка, уже третий вызов. Сатанисты! Где я? Без пяти минут больница. Мне нельзя в больницу, мне съезжать с квартиры надо срочно. Ну, сдадим анализики, проверим вас на травмы, на ушибы и съезжать все. Хорошо, что вы оказались рядом. Вы просто ангел. Я с мамой! Алина, стой! А, пусть выздоравливает. Мама! Выпустите! Дурдом. Ну, прям супергерой. Грохнул мать-одиночку. И кто мне корм теперь будет покупать, девчонка или ты? В цирк пойдешь работать. Или на помойку. Тебя бы на помойку, чтоб людям жизнь не ломал. А ребенка, между прочим, сейчас в детдом отдадут. Как ты не поймешь, это семья. Если сделаешь плохо одному, то страдают все остальные. Люди! Это что, к нам? Есть ты живой, а? А это кто? Очередной знахарь? Не знаю. Но это он был, когда хозяйку грузили. И что этому белобрысому здесь надо? А я-то почем знаю. Ну, ты мама, где? Тебя долго ждать? Хватит меня контролить, а? И вообще, Солтан, я как-нибудь без тебя. И без твоего астрала разберусь. Все. Не поняла. Не понял. Здесь что, есть золото? Не понял. Он-то как про него узнал? Я его своей рукой к своему кладу привела. А он решил родную мать кинуть? По миру пустить? Судя по всему, где-то здесь. Ты чего молчишь? У тебя что, золото припрятано? Не твое собачье дело. Где у меня что припрятано? Как это не мое? Это мои люди. И все, что принадлежит им, принадлежит мне.
Нельзя ему отдавать золото. Нельзя. Ну и где там? Твой астрал нашептал. Так. Ух ты, заблестело. Заблестело. Старатель хренов. Не понял? А теперь по башке, чтобы голова в трусы свалилась. Зачем? Есть более гуманные способы. Нет. Ты как, живой? Золото наше. Можем ехать в Куала-Лумпур. Ты чего, голый? А куда это вы собрались, детки? С моим золотом. Мама. Решили маму кинуть? Да нет, а? Вы все не так поняли. Я нашел. О, мама! Не скули. А с тобой, милая, нам придется попрощаться. Твой волос. Мама, ты убила Анжелу. Да проспится и не вспомнит, как тебя зовут. Запомни уже, кто твоя мама. Я помню. Как чувствовала, что тебе нельзя доверить. Так вот, в доме злобный домовой. И без меня тебе не справиться. Еще вопросы есть? А домовые все такие жмотные. Золото зашкерят и сидят на нем, как собаки на сене. Злобные собаки. Мы не злые. Домовые добрые, мы дома защищаем. Угу. Конечно. Я вот с первой семьей, помню, жил душа в душу. В их семье всегда был уют, доброта, порядок. А я им во всем помогал. Домовым когда хорошо? Когда в семье царит мир. И что пошло не так? Они уехали, а я остался. А ты чего не поехал? А? Ты чего ряжился? А меня не позвали. Домовые могут переехать только тогда, когда их приглашают. Так устроено. А у нас у котов все вообще не так. Я искренне надеялся, что они вернутся и... Но этого не произошло. Они просто бросили и предали меня. Потом появились следующие. Затем еще одни хозяева. Я верил, что смогу подружиться с ними и жить одной семьей, но... Это казалось невозможным. Люди. Люди становились все хуже и хуже, а за них хуже становилось и дому. Мы с ним связаны. Ишь ты, подишь ты. Если в доме ссора и ненависть, он как будто покрывается плесенью. Ее не видно, но она пропитывает стены, как зараза. Если бы люди задумались, они давно бы поняли, что сами виноваты во всех своих проблемах. Я не мог допустить, чтобы в мой дом пришла болезнь. Я хотел, чтобы в нем было тепло и светло, чтобы все было по-человечески. Я защищал дом как мог. Но сегодня, когда я увидел слезы Алины, я понял, что я сам начал убивать дом.
поэтому, Алина, мы здесь ни минуты не останемся. Это очень опасно. Почему? Раиса Ивановна, поддержите меня. Поддерживаем. Добрый вечер. А вас уже выписали? Да, Валентин Петрович. Мы выписались, и никто не болел. А с вашей стороны бестактно приставать на улице. Все, ухожу. Пойдем, Тузик, скорее. Нужно срочно сфотографировать эту тетеньку. Как она будет уезжать. Пойдем, скорее. Ну что ты плачешь? Все же хорошо. Я за тебя переживаю. Раиса Ивановна, можно сегодня мы тоже у вас переночуем? А утром, как только станет светло, мы соберем свои вещи. Не переживайте. Последняя траурная ночь у меня. Это тоже традиция. Сыночка, домовой все сделал за нас. Действовать надо быстро, поэтому начнем утром. А если не дома? Ну так сначала проверь. Как? Позвони в двери, если хозяйка откроет, скажет, что пришел справиться о здоровье. Угостишь тортиком. Проследи, чтобы все сожрали, хотя бы по кусочку. Лучше по два. Сам не-не. Там столько снотворного слона можно свалить. А зачем, если ты говоришь, что удачный момент, а? На астрал надейся, ну а сам-то пошевеливайся. Дождешься, когда уснут, и сразу начинай искать золото. Как? С демоном быть он... Он типа дофига нежный, а? Домового не бойся. Я травки дам и оберег, мешать не будет. Надеюсь. Потому что, если что... то сидеть мы будем вместе. Мама. Нет, сынок, сидеть ты будешь один. Это очень хорошо, что вы оказались все в одном месте. Сразу. Спасибо, Станислав. Мама очень порадуется, что вам так понравился ее тортик. Уже все съела. Станислав, а у тебя подумала, может, все не случайно? Может. Может быть, Вика пока просто поживет у вас? В смысле? А золото? Откуда оно у тебя? Да жил тут у меня один ворюга. Все краденое скупал. Под полом прятал. Я возьми и перепрячь. Я чуть Кондратий не обнял к нему. Не нашел. Слушай, Рыжий, а может, я зря это золото перепрятал? Может, оно мне карму испортило? Конечно. И чтобы исправить свою судьбу, золотишко нужно отдать мне. Я опять заладила. Зачем оно тебе надо? Задница лохматая. Что ты с ним делать будешь? А тебе зачем? Тебя никто не видит, кроме меня. Ты ущербный. Ущербный. Послушай. Мы лучшее, что было в твоей пустой жизни. Ты обязан все исправить. Сам подумай, мы уедем, приедут другие. Снова война и понеслась. Бесконечная злость и плесень. Так? Ну, конечно. Если я их оставлю... Там и девчонка вроде не капризная, и... Тетка это не пьет. Чувак, лучше нас тебе не найти. Если я их оставлю, то... То? Дом начнет выздоравливать. Вот-вот. Я все могу исправить. Я все могу исправить. Конечно, можешь. Станислав, мама сказала... Кодексу самураев, если вы спасли жизнь человеку, женщине, что? Обязаны на ней жениться. Вот же, блин, как вовремя. Чуть не женился. Че, нравится? Обалдеть. Я сейчас в обморок отчасти грохнусь. Вернее, хозяйка грохнется.
Наконец-то. Только все золото не отдавай. Половина моя, а? И сектор приз! Та-дам! Это же он, тот! Зачем ты золото достал? Не мог подождать, да? Игра «Кто хочет стать миллионером»? Финал? Ну все, блондиночка. Сегодня точно домой без трусов уйдешь. Да, на телефон сфоткай и в Инстаграм выложу. Рыжий, ты еще здесь? У вас что тут? Трубы прорвало. Это же золото. Стой! А! Стой! Охренеть! Глотай пыль, шлепа. Хочешь по-взрослому? Ну хорошо, будет тебе Курская дуга. Сейчас, все будет тебе. Конечно, будет. А как иначе? Тут встретишь ты ее без трусов и в Чертаново. Да-да, без трусов. Все будет. Слышите, пошел, засыпай. Или слух в конец потерял? Да нет, совесть он потерял. Вон, оберег нацепил от меня. Ведьмин отпрыск. А это что за гербарий? Да скорее всего жабий плющ. Газовая атака. Избавляется от меня. Продолжим. Так мы и мразь. Ну, как чувствуешь себя? А? Жареным запахло. Дыши глубже, пролетаем над Сочи. Самое главное же у нас. Ты чё разлёгся? Тут мама Фима для тебя мантру нацарапала. Зацени. Итак. Трава плакун, трава плакун. Пора просыпаться от тяжких дум. Наплакала ты мало. Фига себе, надо запомнить. Трава плакун, трава плакун. Я тебе запомню. Густала плетьми оплетала. Рыжий, выруби ведьму. А что мне за это будет? Я оставлю вас жить в квартире. Тверже камня горючего алатыря будет воля моя. Мы точно договорились. Наплакала ты мало, нам путь указала, тьму повязала. С дороги устала, плетьми оплетала, слезьми потопляла. Ах ты, рыжая сволочь! А ну иди отсюда! Еще раз появишься, точно с балконом. Обломись, дядя. Переходим к плану Б. Мам! Блин, диск погнуло! Ну, ёлы-палы! Он собирает с меня диск! Я подготовился! Да что ты там копаешься? Эй, дружок, как самочувствие? Добавка не нужна? Конечно. Ты же за ней пришел. Опять за свое. А ну не подходи! Бинго! Куда ты, белобрысый? Мочи его! Блядь, давай, тащи его! Мам, вставай! Я сказал тебе, вали отсюда! И манатки свои, белобрысый, забери! Когда ты его... Убирайся, понял? Мам, пойдем. Кузя, ты как из дома выбрался? Кузенька, дядя Стас, а что вы тут делаете?
вообще! Это было круто! А как ты его... А ну не тронь меня! А то я... Ну ты понял, да? Делай, что хочешь, мне плевать. Ты нормальный? Как это плевать? Я плевать, конечно, на пон белый. Это что? Тихо, не ричи, не кричи, не надо! Отпусти ее! А ну-ка быстро отдай мне золото! А то он об этом сильно пожалеет, понял? Ну, золото отдал! Эй, быстро! Ты зачем мою дочь схватил? А ну не подходи! Отпусти! Режь ему! Люди! Тихо! А ну отпусти! Травки из Занзибара. Полезная вещь в хозяйстве. Успокойте ребенка. Тихо, ты не кусайся. Она отвали от нее. Посиди здесь, конфет поешь, мультики посмотри. Сегодня можно. Кто тебя избивает? Что ты врешь? Тебя в школе врать научили? Сиди тихо. Вы же ребенок. Если ты будешь кричать, мы твоей маме сделаем больно, поняла? Хочешь, чтобы ей было плохо? Тогда сиди тихо. Стасик, быстренько разложи мамины вещи. Мы сейчас ему Тимлёху делать будем тотальную. Ты долго еще в припадок твои играть будешь? Ты демон этого дома или кто? Отрегать собираешься? Иди наш газ-сундук достань! Достань? Ты где руки видишь? Мама Фима очень не любит, когда ей мешают добывать золото. Ковер убери! Золой свяжу твои силы. Что? Рот разинул. Займи своим делом, достань сожжу! Пусть земля его повержит. Камнем недвижимым ляжет. Ноги облетит. Полет. Ну, что, попался? Чую, тесто наполняется, тобой пропитывается. А вот теперь мы с тобой побеседуем по-другому, по-взрослому. Видишь ли, дружок, главное в Тимлёхе – прожарка жил. Опа! Теперь посмотрим, как запоёшь. Только на горошке у меня...
Долго возиться будешь? Страсть, как хочется увидеть блеск золота. Увидишь. Мама, займись своим астралом, а? Есть. Золото. Что я тебе новое лицо пришлю? Призываю силы, земли огня, воды и ветра! Ты там уснул, что ли? Зови полицию! Посажу тебя на цепь, а латырь... А-а-а! Девчонка, держи ее! Блин, ну ты гадина! Какая неугомонная, а? А ну стой! А ты сейчас уши надеру. Открой, а? По-хорошему. Так. Ну куда ты там собралась, а? Помогите, помогите! Я бандит! А ну стой, идиотка! А ну не лезь! Алина, вернись! Свалится! Вернись! Стой! Держи ее! А ну назад! Алиночка! Радость! Вернись! Девушка, у нас тут ЧП! Не бери! Не бери, грех на душу! Дела. Эй, ты как тут? Все, валим отсюда! Да сейчас! Чего разлегся? Хватай, мамашу!
Мама пришла, всем дюлей принесла. Ну все, сейчас он будет мстить. Так убей его, ты же у нас едет как его. Нетушки, маме Фиме нужно домой. Носом дышим, Стасик, носом. А теперь гвоздь программы! Тебе не преодолеть мой круг! Вот тебе круг, вот тебе круг. Не поняла. Ах ты, псина! Ну-ка, пошёл! Убили. Старая, ты нормальная, нет? Где? И ворожбу забери! Телетамку! Ну-ка пошла отсюда! Прости меня, сынок. Ну что, мы всех победили, а? Рыж, ты нормально? Теперь у меня всего 8 жизней осталось. Сейчас я буду белобрысый тебя воспитывать. Да, точно, воспитывай. Стой, только не это. Держись, ты должен его наказать. Не молчи. Да, не хотел бы я там жить. Хочу сделать заявление. В этой квартире само зло. Вот я сразу поняла, что это очень опасный персонаж. Он так на меня смотрел. Надо звонить в отдел паранормально. Да. Позвоните агенту Скальни. Все спокойно. В отдел Икс. У вас же есть такое дело. Он должен быть. И Малдера позовите. Малдер. Кусь, победили? Блохастый, ты где? Не понял.
Домовой! Ты здесь? Я поговорить с тобой хотела. Знаешь, в чем основная проблема нас, взрослых? Мы перестали верить в чудеса. В детстве мы все время ищем русалок, Гарри Поттеров, Питеров Пенов. Мечтаем получить волшебную палочку. Встретиться с настоящим водяным, лешим, домовым. А потом мы вырастаем и забываем, о чем так мечтали в детстве. Ты когда появился, я так испугалась. Просто очень испугалась. Сначала за Алинку, потом за себя. Важно, я тоже обиделся на всю планету. А когда ты спас ее, я вдруг почувствовала, что ты за нас. Мне вдруг так стыдно стало. Очень стыдно. Не буду тебя выживать. Я наоборот хочу, чтобы ты с нами остался. Чтобы мы вместе жили, одной семьей. Зато я теперь знаю, как ты выглядишь. Валентин Петрович тебя вычислил. Викуля, быстрее! Андрей уходит. Его надо остановить. Он холост. Да, Раиса Ивановна, сейчас иду. И больше у тебя не будет блюдечка на полу. Ты же не кот? В смысле? Ты теперь член нашей семьи. Подождите, я не понял. Разве блюдечко на полу это не признак высшей расы? Меня обманули? Очень интеллигентный молодой человек, 37 лет, холост, каравай-каравай, жениха выбирай. Если бы я знал, что у вас там клад, давно бы переехал в вашу тех. И не надейтесь, домовые не дураки и показывают свои клады только очень хорошим людям. А вы, Валентин Петрович, в последнее время ведете себя очень странно. Отнюдь. А кто его заснял? Да? Здравствуй, Викочка. А, это вы? Да, это Элла Аркадьевна. Ура. Как Ура. Квартирка? Все ли хорошо? Ура. Да, все хорошо. Нет, ну, поначалу были небольшие проблемы с, так сказать, потусторонним, но я наладила контакт. Что значит наладили? Вы перенабрудершат, что ли? А я считаю, кладом надо делиться и не спорить, Раиса Ивановна. За наши сокровища. Можно и так сказать. Так что мы теперь в этой квартире надолго. Я надеюсь, что навсегда. Жаль. Что, простите? В смысле, очень рада за вас. Всего доброго, Викочка.
Роман, я в паломничество в Уганду. Обмен опытом. Будут спрашивать, скажи, что ты меня не знаешь, и что я умерла 5 лет назад. А как же наш сеанс? Какие сеансы? Я похоронена в Китае, в Тибете. Нет, лучше в Мексике. Это дальше. Слышь, блохастый, наши-то опять гуляют. Под дождем прям. Может, ты им в тапки нагадишь для профилактики? Опять за старые. Да ладно, не понравится, это же шутка. Ищи, дурачка. О, меня сейчас стошнит от этой сладости. All right.